Посмотрим клип о Native No Name. Let's go. I'm never stressing about any competition, cause I'm saying fuck everybody. Лучше умру, зная, что я работал, не думая, сколько мы тут проебали. Не доедаю добычи, чтоб помнить, сколько мы искали, когда голодали. Контракту нету еще даже года, их волнует, когда я куплю Bugatti. I aim for the sky, not the roof. Нахуй рэп заебался слышать true. The rappers got no point of view. Came to get you, you, you and you. Мой второй дом это Stu. Survive, no parachute. Сидел часами, улучшая звук. Back when I couldn't get a pair of shoes, I'm going hey, spilled some drip, no stain. I'm wearing no grunge Cobain. This deal sold out, I'm scared. I don't even know your name. I mind my shit all day. Y'all better stay in your lane. Never with fresh with them, yes, it's the списке. Лучше я буду на веки, no name. Spilled some drip, no stain. I'm wearing no grunge Cobain. Still sold out, I'm scared. I don't even know your name. I mind my shit all day. Y'all better stay in your lane. Never with fresh with them, yes, it's списке. Лучше я буду на веки, no. Помню времена, когда мы были за сценой. Как писали демки, удаляли демки. Каждый божий трек верил, это будет трендом. Нахуй индустрию, если я не буду первым. Хоть дешу я музыка из раннего детства. Глупо говорить, что мы тут не из-за кэша. Делать тоже рэп, но только одетым. Быть в моменте, не теряя моменту. Не закончу, пока не проработаю травмы от ранних событий. Пока не покрою все, где отдал слабину и все наши убытки. Не закроюсь, пока они не запомнят мое имя без ошибок. Может и лучше остаться ноунеймом, чем покорить их, потом быть забытым. Spill some drip, no stain. I'm having no grunge complaint. Still sold out my skin. I don't even know your name. I'm my shit all day. Y'all better stay in your lane. Don't go with fresh when I'm missing this piece. Лучше я буду на веки, no name. Да, куплетик прям вайбит, вообще куплетик вайбит. Да и припев есть. Очень нативно используешь английский. Ха, поняли, типа нативно. Вообще, мне нравится сейчас Натив как артист, потому что у него там было в запретка Грамми то, что он делал этот русские хиты под западный мотив. Это очень круто было. Типа, мне прям очень понравилось. Там было вот на Катю Лельму и Мармеладный, кажется. Или Джага-Джага, что-то такое. А, типа... Что-то... А, это на Седую ночь. Во. Ну, тоже хайповая, короче, штука. Вот, надеюсь, Онериев нас понарадует новой музыкой еще в этом году. Вот так. Очень-очень неплохо. Вот, что я вам скажу. А какая пятница уже была? Была уже третья пятница, получается, в этом году. Вот у меня будет релизик в четвертую пятницу, это 26 числа. Поэтому чекайте описание обязательно. И смотрите клип New Viper Member в 12.00 по Москве 26 января. Вот мы там с Романычем постарались сделали для вас пиздатый клип. Вот так вот.